Расскажите вкратце о поколениях Skyway транспорта и какое поколение сейчас в разработке? И сейчас в разработке 4-е поколение Skyway. Что такое 4-е поколение по сравнению с первым? Первое поколение – это вот как самолет братьев Райт. Это скорее наука, это скорее эксперимент, это демонстрации технологий, что она работает, хоть как-то, но работает. И, как правило, это еще не рыночный продукт. А 4-е поколение – это, если говорить об авиации, это самолет А380, так, и либо там Boeing 787, это вот 4-е поколение. Это серьезно уже рыночный продукт. Так вот, авиация потратила на это более 100 лет, ну, около 100 лет, да? А мы, ну, где-то 15 лет, потому что первое поколение было продемонстрировано в Озерах на полигоне. Ну, это, собственно, был не полигон, а стенд, где ЗИЛ едет, ну, как нагрузка, да, полезно по струнным рельсам, там длиной где-то 150 метров. Мы показали то, что технология работает, как и самолет братьев Райт, он полетел, хотя он летел всего лишь несколько секунд, но он показал, что предмет тяжелее воздуха может летать. Этому никто не верил. И мы показали с помощью ЗИЛа, что струна не порвалась, опоры не попадали, в том числе анкерные, ветер не сдул, все это безопасно, жестко, ничего не колеблется, не колышется, как многие думают, да? Все это работает. Но это не рыночный продукт, поэтому, естественно, мы не получили заказов, потому что такая технология никому не нужна. Это эксперимент. После этого мы прорабатывали второе поколение, планировали реализовать это в Украине. Не пошло, не было инвестиций. Начали работы, потом все это свернулось из-за отсутствия финансирования. Потом третье поколение я пытался реализовать в Австралии. Это был 2010 год, 2011 год. Опять мы начали работать, потом свернулось финансирование. И третье поколение тоже не было реализовано. Но я пошел дальше. И сейчас уже есть 4-е поколение, и это все нормально на самом деле, потому что путь от 1-го до 4-го поколения мы прошли не за 100 лет, а за 15. Значит, мы быстрее выйдем на рынок с хорошим продуктом, и это правильно. И поэтому то, что не прошло в Украине, не прошло в Австралии, это хорошо на самом деле. И вот 4-е поколение Skyway отличается от 1-го так же, как А380 отличается от самолета братьев Райт. Это абсолютно другая техника, современная, совершенная, безопасная, экономичная, экологичная, дешевая, высокоскоростная, надежная, ну и так далее.